A95XF3 – смарт-ТВ-приставка со стильным дизайном, который скрывает в себе хорошую производительность, особенно для базовых потребностей пользователя. В первую очередь стоит отметить, что A95XF3 – это одна из первых смарт-ТВ-приставок, которая получила новый процессор от компании Amlogic S905X3. Данный кремниевый чип обладает четырьмя ядрами ARM Cortex-A55, каждая из которых работает с тактовой частотой 1,91 ГГц. Процессор S905X3 пришел на смену народному S905X2. Из существенных отличий можно выделить оптимизацию энергопотребления, высокую частоту, а также поддержку обучения с помощью искусственного интеллекта. Графическое ядро Mali G31. Его производительности достаточно для качественного воспроизведения видео в формате 4К со стабильной частотой 60 кадров в секунду. Операционная система Android 9.0, а из особенностей данной приставки можно выделить открытые права суперпользователя. Это открывает большие возможности перед продвинутыми пользователями, так как вы сможете установить автоприоритет, а также большое количество интересных решений на свой Android TV Box. В Smart TV Box A95XF3 присутствует двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi, а также Bluetooth для удаленного подключения периферии. Wi-Fi модуль демонстрирует в тестах прекрасную скорость, работая даже не с самым мощным роутером на частоте как 2,4, так и 5 ГГц. Это большой плюс, особенно учитывая тот факт, что LAN-порт не поддерживает скорость в 1 гигабит. Учитывая приятную цену в $25, данное решение определенно стоит посоветовать всем желающим опробовать новый процессор в деле. Учитывая, что приставка A95XF3 прекрасно проявляет себя даже в достаточно требовательных задачах. Купить можно на AliExpress. Ссылку я оставил в описании под видео.